Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания, опубликованные в книге «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Издательство 1904 года». Тициано Вичеллио, Венецианская школа. Портрет дочери Тициано Лавини. Когда только что возникло понятие об индивидуальности, было очень естественно, что выражения человеческой души находили в чертах лица. Неподвижно и сурово смотрели лица эпохи раннего возрождения из узких картинных рам, словно вырезанные из больших картин. Леонардо да Винчи первый сделал разительными душевных движений, также руки и тонкие пальцы. Кроме того, своим портретом Моны Лизы он создал преобладавший во флорентийской живописи 16 столетия тип поясного портрета, заканчивающего внизу руками. Но между тем возникла новая концепция портрета также и в Венеции. В тех случаях, когда требовалась блестящая декоративность и красочный эффект, коленный портрет давал полное удовлетворение этой задаче. В нем художник, не останавливаясь на прочувствованном изображении индивидуальности и выражении лица, и не будучи стеснен реалистической разработкой замкнутого пространства, необходимой при воспроизведении цельных фигур, мог вполне давать волю своему стремлению к великолепию красок и тонов. Небольшая поверхность, занимаемая в таком портрете лицом и руками, составляла противовес блестящим, широко падающим вокруг тела складкам одежды. Длинный ряд великолепных портретов Тициано, сильная и хладнокровная натура которого больше, чем чья-либо, была способна воспроизводить кистью каждую личность с наименьшим ущербом для выражения ее индивидуальности при полной гармонии с окружающим, высказывается в различных фазах развития портретной живописи этого мастера. Предлагаемый нам портрет дочери Тициано Лавинии принадлежит к числу произведений последнего периода его деятельности. Этот портрет написан, вероятно, незадолго до ее брака с Корнелио Сорчинелли в 1555 году. Великолепие блестящих красок в одежде и золотистого тона тела, свойственного прежним портретам Тициано, уступило здесь место легким переливам мерцающих бликов, распространяющим какой-то фосфорический свет, искрящимся на золотой парче платья, на драгоценных каменьях, в волосах и на нитке жемчуга, надетая на шею. Тело приобрело бледноватый тон, пластическую лепь заменили широкий прием письма, выдержанность картины в сильном общем тоне. Если здесь нет интенсивной жизни, если колорит не столь блестящ, как в большинстве предшествующих картин Тициано, то много прелести и свободы в движении, представленной молодой девушке. Грациозно откинувшись назад, поднявшие вверх руки корзины плодов и цветов, глядящих в сторону через плечо. Красная занавесь, что слева, желтый лимон и другие плоды в корзине, рисуясь колоритными пятнами на фоне светло-голубого неба, оживляет поверхность картины. Подобные жанровый мотив вообще редко встречается в портретах Тициано. Его персонажи принимают по большей части несколько искусственные, церемонные позы. Он никогда не давал себе труда придумать что-нибудь новое, подходящее для портретируемой личности. Все зависело больше от прихоти и случайности, чем основывалось на обдуманном расчете. Он брал то, что представляла ему минута, но это всегда было прекрасно, потому что страстное увлечение художника сдерживалось его разумом, и необузданная фантазия подчинялась ясному представлению, результату внимательного наблюдения. Прежде всего он искал колоритного эффекта и, не задумываясь, помещал написанную в мастерскую фигуру, выступающую среди пейзажа на фоне озаренного светом вечернего неба. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах. Баде Кнампа». Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания.